Давай. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Перекресток» и ведущий Павел Мерзость. Как всегда, в этот день, в этот час на канале корпорации. Произошла авария. От удара Бео отбросила на стол. В аварии никто не пострадал. Ря-ря-рю-рю-рю-рю.
трассовый. Орле, 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 орле. Шаря. Дре, три. Yeah.
Сколько вам лет-то? 6. А вам? Готовить. 7. Тебе сколько лет? А тебе? 4. 4? Ты в школу уже ходишь? Первый класс? Я понимаю, что они скорее единственные. Почему? Только он на перепелиных яйцах. Светофор, дорожные знаки и дама по имени Авария. Они рассказали, что может случиться с непослушными детьми на проезжей части, и напомнили дорожную азбуку. Thank you.
наш сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб насущный, дай нам на сей день, прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Не веди во искушение, но береги от лукавого, ибо есть Твое Царство, сила и слава, и ныне и присно во веки веков. Аминь. У меня был большой вопрос, очень серьезный такой, который меня мучил. Я хотел его задать гуру, и вопрос заключался в следующем. Почему, когда я читаю «Отче наш», православную, да, христианскую молитву, и когда читаю «Ом нама шивая», шиваитскую молитву, что означает «я предаюсь Господу», примерно одинаковые ощущения и даже при «Отче наш», наверное, бывает сильнее. Но однажды вечером пошел, решил помедитировать первый раз в пещере Бабаджи в Индии. И когда туда залез вечером, в полной темноте там сидел, и произошло что-то такое, я увидел, передо мной явился Бабаджи, вот его контурный светящийся такой образ, он как вот в воздухе передо мной появился. И я ему мысленно сразу же задал этот вопрос, и он произошло следующее. Он вот так вот раздвоился передо мной. Один светящийся контур был контур Бабаджи, другой светящийся контур был контур образ Иисуса Христа. И потом опять сошелся воедино. Все мы частички Бога, и все есть Бог, и нет смысла что-то делить на твой Бог, мой Бог. А религии сами по себе как таковые, это лишь пути, и они со временем просто-напросто исчезнут, я думаю.